с Эльдарчиком появилась новая книжка. Вот такая. Большая энциклопедия дошкольников. Большая, яркая, интересная книжка. И мы с Эльдарчиком начинаем ее изучать. Это вот так. Да, сейчас Эльдарчик играет со скорой помощью. Там у нас мигалочки сломались, да, Сумелька? Эльдарчик их хочет починить. Их нужно приклеить клеем. Мама приклеит клеем. Мама нальет клея и приклеит? Не лапс. Мама уже налила клеем? Да. У Эльдарчика в этой скорой помощи открываются дверки. Эти? И рядышком. Покажи, какие еще. О, и. Эти еще открываются. А да. Туда садится дядя-водитель, да? А да. Туда садится тетя-доктор. Да. И они едут на вызов. Да. И. Что, зайка? И. А, еще мигалку включают. Ой. Клеем приклеим, хорошо? Да. Мама приклеила клеем, но он не успел засохнуть. Мы на ночь клеем заклеим, он целую ночь будет сохнуть. Эльдарчик поставит на батарею, чтобы на батарее высохло. Ой. Эльдар сразу сказку открыл. У нас в этой энциклопедии есть сказка. Ее можно читать по слогам. А в самом начале здесь идут буквы. Буква и рисунок. Там, когда Эльдарчик подрастет, он будет писать прописи, вводить буквы. Снулька, хочешь буквы рассказать? Нет. Какие тут есть буквы? Какая это буква? А, мне. Это какая буква? Бабочка. Жучок там? А там. Крылышками машет? Да. Класс. Вот так крылышками машет? Да, а то. Классно. Эльдарчиком, когда играем в скорую, у нас есть фигурка дельфина. И мы говорим, что это тетя-доктор. Эльдар сейчас на картинке увидел дельфина и тоже говорит. Тетя-доктор, да, сынолька? Да. Покажешь, какой у тебя есть дельфин? Да. Вот такой у Эльдарчика есть дельфин. Да, как на картинке. Да. У Эльдарчика есть такой. Покажи поближе. Во-во-во. Вот такой дельфин. Еще есть такой чудик. Да. Они могут прилипать. Угу. Посмотрим еще книжечку. Да. Что у нас там еще есть в книжечке? Звезда есть? Вот такие у нас в книжечке. Красивые буквы. Сколько у тебя игрушечек, ручка? Две игрушечки. Одна фиолетовая. Какая фиолетовая? Это фиолетовая. Да. А где синяя? А это синяя. Дельфинчик. А покажи, какие у тебя еще есть игрушечки такие. Есть желтая игрушечка. А есть такой голубой слоник. Ла-ла. А что еще есть? Птичка? Да. А какая она? Ба-ла. Очень большая птичка, да, зайка? А, пу-пу-пу-пу-пу. Ее можно стрелять? Да. Вау. А то пу-пу-пу. Нужно нажимать на кнопку, и она летит. А то пу. Вот так летит. Пу. А ты покажешь, как она летает? Да. Там в коробке кнопка лежит. Да. В коробке. Сейчас Эльдарчик пошел. В коробке найдет кнопку. И пи-пи-пи.
очень классно. Гарчик сможет ими классно стрелять. Запускай. Полетела птичка. А еще? Ой, прямо в планшет. Класс. Супер. Еще полетит птичка. Высоко полетит. Нажмешь на кнопку, она полетит. Ух, полетела. Класс. Ух, прямо в планшет полетела.